Всем огромный привет! Всем привет! Очень далеко пришлось поставить камеру, чтобы попали в кадр как мы с Максимкой, так и наш подарок. Ой, гигантский! Вот такая огромнейшая посылка. Но красивая. Приехала к нам из города Рыбинска от Виктории Оленевой. Викуль, я, конечно, понимаю, что у нас разные понимания того, что чуть-чуть. Ну, видимо, совсем отличаются. Дело в том, что Вика нам уже присылала посылку. В ней было очень много интересного, как для меня, так и для Максимки. Очень много тогда было ластиков. Мы просто в восторге были. Они были такие редкие, интересные. Но потом Вика сказала, что она потихонечку собирает нам новую посылку. Я сказала, только немножко, потому что, ну, все знают, что меня девочки избаловали. Много уже... Будет перебор, чтобы мы, ну, совсем не обнаглели с Максимкой, да? А то он у меня наглеет. Я шучу. Ну, Вика решила, что это чуть-чуть. Спасибо тебе, моя хорошая, на самом деле огромная. Потому что я просто представляю, как это... Ну, посылка огромная, буду говорить долго, а я думаю, мы ее будем открывать очень долго. Ну, открывать-то недолго, а вот разглядывать, наверное, будем долго. Потому что, судя по всему, здесь очень много всего. Да. Она тяжеленная. Я послала мужа на почту. Меня Вика предупредила, что сама не ходи, отправь мужа. Хорошо. Это хорошо, что мы отправили мужа. Скажу по секрету, посылка была не одна, и он, если честно, говорит, лучше бы я умер вчера. Чем понес еще и сегодня. Посылок было аж две штуки. Ну, а второй мы поговорим чуть-чуть позднее. Я не знаю, как открываются такие коробки. Нет. Сейчас попробуем вот здесь, наверное. Я, наверное, не с той стороны. Внизу, кажется, открывашка. Нет, вот здесь. А, здесь? Все, я нашла. А, вот. А, значит, вот тут открывашка. Сверху дырка или внизу? Так, я не видел таких. О-о-о. Я даже не знаю, как ее открыть. Чтобы было видно. Как тут много. Викуля, спасибо. Спасибо большое. Так, Макс, ты будешь открывать со своей стороны, наверное, а я со своей. Ладно. Я даже не знаю, где тут... Я в восторге, я уже вижу, такое интересное. Вы только посмотрите, кто к нам приехал. Мальчик с пальчик. Вот такой пацаненок. Смотрите, какое чудо. Я его зову мальчик с пальчик. Ну, Максимку похож. Такой хорошенький. Давай его... Вот такой пацаненок. Вика говорила, что у нее вяжет игрушки ее мама. Вот такой вот Максим как нам приехал. С пальчик. Максик с пальчик. О, да, давай мы будем звать Максик с пальчик. Очень хороший, вообще супер. Даже уши вывязаны, посмотрите, даже ушки. Я потом поближе покажу. Красота, прелесть. Прелесть, правда. Ну вот он будет нам помогать. Садись сюда. Будешь нам помогать. Спасибо, Вика, и спасибо твоей маме огромнейшее. Можно мне доставать? Ну давай, доставай, Макс уже в восторге. Столько подарков, тут даже дорого. Главное, коробка, чтобы не развалилась у нас. Картины из песка. Ой, а стул. Стул падает. Вот. Реально упал. Набор. Ну давай, показывай. Вот такой вот набор, чтобы рисовать из песка. Да, картина из песка. Смотрите, какая фреска. Видно? Супер. Цветной песок, самоклеящаяся основа, рамка. И вот такой получится тигр. И тут показано, как это делать. Я ближе не покажу, у меня камера метра на три от меня. Дальше. От нас. От тебя на четыре. Так, давайте, я даже не знаю, откуда начать. Вот я нашла вот такое вот ведерко. Милая. Да, давайте мы начнем с него. О, мои любимые конфетки. Конфетки Рио. Ой. Оля, как приятно. Чего Рио? А вот это, наверное, Максимкина. О, интересно. А-а-а,
Ура! Я люблю эту фирму. Да, без слез оранжевое настроение. Это, наверное, детский гель для душа. У меня его не было еще. Да, такого не было. Я у мамы прошу такие. Ну, понюхай. Пахнет соком, будто апельсинчик из соковыжималки выжил. Да, пахнет апельсином. Да у меня есть соковыжималка одна. Так, это тоже Максимкина, вишневая радость. Вот такой тоже гель для душа. Ну, нюхать не дам ему. Потому что мы будем долго-долго открывать, потому что тут так много. И озорная груша. Тоже гель для душа. О, тут три даже. Все, Макс теперь будет у нас мыться. Много и часто. Много-много-много и часто-часто-часто. Следующее. Вау. Ух ты. Киви. Киви, да. Что это? Скраб, наверное, потому что... Ну, косточки. Это да, это, наверное, гель-скраб вот такой вот от Nature. Ну, в общем, Oriflame. Мой английский, я сейчас опять что-нибудь скажу, мне девчонки потом поправляют. От кафе красоты скраб для тела шоколадно-ореховый щербет. Вот такой вот классненький. Бикуля, спасибо. Ну и... Конечно. Мыло. Это одна фирма, потому что тоже киви. Тоже киви. Oriflame Natural. Может быть. А так через упаковку не очень. Да. Я все упаковку на пол. Ну и вот такая замечательная корзинка. Все знают, что я вообще не могу без корзинок. Это я все люблю. Так, буду вот сюда. Давай следующее. Вот это я увидел. Вот это он увидел. Осталось узнать, что это. Мармелад с игрушкой. Да, я знаю, я у мамочки просил. Он у... Я не помню, поэтому, значит, не покупала. Вот здесь вот такие вот. Ну, вам, наверное, не видно, я даже дотянуться не могу. Ну, в общем, тут разные герои. Да. Тут то, что может быть в составе. Ну, вот такие вот. В составе. Так, сюда ставим. В общем, там игрушка. Вау, это для нас с тобой. Это для вас с Максиком. Надеюсь, сможете разделить, что кому. Надеюсь. И знаете, что это? Можешь сказать, но? Записные книжки. Это блокноты, тетради, записные книжки. Дневники. Ой, я не знаю, как мы уж тут поделим. О, котик мне. О, уже делим. Вот этот котик тоже мне. Ну, котиков мы любим, да. Вот такой кисонька. Я кошатник. Я думала, Максим. А он кошатник. Так, в пакетик улетел. Вот такая прекрасная собачка. Я Максим и кошатник. Я кошатник Максим. Все, адреналин у нас пошел. Вот такой вот. Вау, Спайдермен. О, как он... Какая красивая. Это тебе точно. Красиво. Ну, да, вот такой вот. Что там написано, кажется, самое лучшее на свете. Вот такой. Лучший... Лучшие мамы на свете. Лучшие мамы на свете. Нет, тут о мамы. Нет, это вы. Видишь, это вы. Лучшие мамы на свете. Лучшие мамы на свете. А почему маме? Не маме. А мамы. Вот правда, мамы. Лучшие мамы. Лучшие мамы. Вот, как бы много. Я так не знаю, почему мамы. Вау. Ой, какая прелесть. Вот такие бимбезьянки. Смотрите, на нас похожи. Да. На Макса больше. Ой, какая вообще чудо. Вот такой кисонька. Смотри, покажи. Коты. Злой котик. Ну правильно, он к тебе не хочет, поэтому он злится. А этот хочет. А этот хочет, такой пузатенький. Да. Я к тебе, Максимка, хочу покушать. Знает, кому идти покушать. А то он тут видит уже. Ой, так много, такие классные, вот такой красивый. Пока он едет, а то он увидел тут кое-чего вкусное. Ой, какая красота. Ну да чего ж я это все люблю, а? И даже жалко будет использовать. О, я знаю таких медвежонков. Медвежат. Медвежат. Вот такой медвежонок. Или это песик. Ну вот это твой будет. Маквин. Да. Вот такой. Блокнотиков. Много вообще. Так на двоих, конечно. А этот, видимо, он... В общем, он тут еще и... Закрывается. Тут
не знаю, вам видно или нет, но двойной он. А, двойной? Да, тут закрывается так сверху. Да, я вижу. Так, дальше вот такая тетрадка с кисами. Вот ее я и хотел. Посмотри, какая. А, посмотри, он вот так вот. Вот так вот он. У Макса одна голова из коробки. Я же увидел вот это вот. Смотри, чего. О, привет. Это мне. Вот такие, это мне. Наверное, они вот это вот увидели. Ой, какое чудо. Так много, Викуль, спасибо. Вообще, если честно, мы с Викой живем очень недалеко друг от друга. Она с одной стороны Ярославля, я с другой. Она в Рыбинске, я в Переславле-Залесском. Мы очень близко живем. Я в Рыбинске была на самом деле не так давно. А покажи. Вот такой киска. Не дам. Да. Не дам. На Макса орет. Кит-кит. Так, ну давайте еще две. Вот так вот тетрадочки вместе покажу. Это и дог. Да. Это кэт и дог, а это вот собачка с котиком. И это тоже кэт. А, кэт и дог. Нет, тут кэт папи. И папи. Кэт и щенок. А тут кэт и собака. Ой, какая красота. Можно мне? Можно мне достать? Ну давай, доставай следующее. А это что интересно? Ух ты! Вау, это тебе. Да тут и тебе. Вау, смотри, это две бомбочки, это соль, а это вообще какие-то кристаллики. Вау, вы чисто ты мне. Набор, спа-набор для ванн, минеральная косметика на основе морской соли. Вот такой замечательный набор, такой тяжеленный, прямо это, увесистый. Получается, это для меня тоже? Да, вау. Поделимся. Ласки, целый пакетища. Ничего себе. Ничего себе. Вот это все ластики, представляете? Кроме упаковочек. Ну, ластики мы покажем во второй части. Мы их вот так вот положим. Можно мне еще достать? Ну, давай. Машинка. Ну, открывай пока. Я тоже буду следующий открывать. Так вот. Много всего. Вау. Какая большая. Открывает пока. Ни самой не терпится дальше посмотреть. Ну, Викуля, вот это чуть-чуть. Восстанавливающий комплекс для волос. Я полгода криком кричала, какое же это замечательное средство. Я думаю, что у меня волосопадение остановил вот такой комплекс. Мне присылала тата-матата, но уже, наверное, наизусть все знают, кто мне присылал. Это для окрашенных и поврежденных волос. И предотвращает сечение, ломкость, восстанавливает структуру, содержит масло миндаля и оливы. Ой, какая красота! Тут 8 ампул по 5 миллилитров. Да чего же мне прошлые вот понравились? Спасибо, Викуль, прям вот огромное-огромное тебе спасибо за это. Ой, со мной Макс, оказывается, я уже про него забыла. А я не сейчас смогу. Сейчас мы его вынем из-под коробки. А я не смогу показать, потому что нужно отвинчивать. Так она еще какая крутая. Большая. Я вам сейчас покажу. Она в гараже будто. В общем, она вот на такой подставке идет. Железной. С ней можно играть. Сама железная. А, я понял. Это сувенир такой. Он будет стоять для красоты. Да. И она привинчена на шурупчик. Я не знаю, вы видите что-нибудь из такой дали? Ну, в общем, она сувенирная, чтобы стояла для красоты. Очень красивая. А можно отвинтить и поиграть. Тут написано. Форд. Трундер. Брайт. Ну, в общем. Форд. Ну, 1956 год. Да. Ой, какой хорошенький. Угу. Вот в такой упаковочке шло. И вот в такой классной упаковке. Я бы сама поиграла. Очень-очень. Так приятно вообще. Самое-самое. Сочный барбарис. Надин, чай черный, крупнолистовой с добавками и ароматом барбариса. Ой, чай мы любим. Да. Так, в корзиночку чай. О, пазлы. Ой, пазлы я очень. Ой, какая красота. Еще и пазлы-то, смотрите, с киской и с собачкой. Покажи. О, милота. Я буду киску собирать, ты собачку. Хорошо. Она сложнее. Ой, красота. Вау. Чистая линия, мягкий скраб. Вот такой. Скрабы я люблю. Скрабами я пользуюсь каждый день. Можно мне?
Сладости для сладкого мальчика Максима. И не поспоришь. Ну что? Вот столько сладостей, чего тут только нету. Ну, я поближе покажу после ролика. Вообще, так много всего. Ой, Викуля. Ты хотела вот это показать. Да, я хотела вот это показать. Это фитобальзам для тела, повышающий упругость, мгновенное увлажнение. Сок малины и ежевики от Чистой линии. Я очень люблю от Чистой линии средства. Они очень-очень классные. А можно теперь я? Давай. А вот это вот почему некоторые котики так смотрели, я хотела сказать. Потому что они вот это вот увидели. Это для хулигана Степана. Так написано? Да. Вот почему они так просили и злились. Потому что они просили вот это. Вот для Степы что. И для этих котиков. Да, с курицей. И еще с курицей. Вот. От Степы отдельное спасибо. Сейчас придет, ух ты, соль для ванн с ромашкой. Даже с пеной. Смотрите, соль с пеной. Все еще Вика аккуратно так упаковала в пищевой полиэтилен, чтобы не развалилось, не разлилось. Я сейчас уже не буду открывать, иначе это очень-очень долго получится. Вот такой вот блокнотик. Это не блокнотик. А что это? Вы посмотрите, какое чудо. Это подставки под горячее. Вау! Покажу потом поближе. Можно я выберу себе одну? Ну, не знаю, потом. Не знаю. И все они с кисками. А то 4, так что всем хватит. Да, да. Очень красиво. Они еще, знаете, так сделаны под старину. Ближе не дотянусь. Как раз у нас всех 4. У нас всех 4. Так, что еще? Это еще не все. Вы не расходитесь. Тут еще много. Палмолив. Соблазнительная мягкость с маслом макадамии и цветочным ароматом пена гель, крем для душа. Светочка, это для тебя. Ой, это для меня. Можешь понюхать? Не дам, не дам. Видите, тут прям написано конкретно, что это мое. Вот, Светочки. А Светочка, это я. Спасибо, Вику. Ну ладно, разок понюхай. На, разок. Вкусно пахнет. И он еще такой красивый. Упаковка очень красивая. Подожди, еще Светочки, не все. У нас так дома холодно, я уже в шубу оделась. Скраб для ног. У меня такой в ванной заканчивается. Вика, откуда ты знала? Вот прямо именно такой и заканчивается. А можно мне? Нет. Тут еще для Светочки осталось. Два бальзама. Один 100 рецептов красоты. И бальзам для губ 7 активных масел. И второй ягодный микс. Ой, бальзамы это я люблю. Можно мне? Ну давай, твоя очередь. Бесконечная, да, коробка? Она еще не кончилась. Из Питера. Смотри. Ух ты. Я прочитал. Привет из Питера. Это я ездила в Питер, привезла вам небольшие подарки. Даже из Питера. Вика, спасибо. Посмотри, тут мыльца данная. Ну, а, давай. А, это статуя. Статуя, да? Да. Это так такая осторожненько. Вот... Ага, хорошо. Да, вот такое тоже... мыло из отеля. Ой, мыло это я люблю, тем более такое именное. Ух ты. Так. Один магнит с Рыбинском. В форме такой, прямо тарелочки круглой. Поближе покажу. Так, мальчик, держи. Второй. Санкт-Петербург. Это достопримечательности города тоже здесь. И вот такой класснючий блокнот, записная книжка. Тоже с Питером. Привет из Питера. Ну-ка, ну-ка. Смотрите, какой котяйка. Мамочка, смотри, как я сказал. Привет из Питера. Так что наша коллекция котиков пополняется. Ой, спасибо, Вик. Милашечка. Положи туда. А то все-таки хрупкая вещь. Ой, мамочка, ты рискованно. Нет, ну я тут строю потихоньку. Ой, паркурист. Так, давайте дальше. Вот, следующее. Без надписи, значит, мне. Смешно. Не очень. Ой, это полотенце, а ты фраше, смотрите. Так интересно упаковано, красиво, полотенчико. Дальше. Тут от Ифраше средство. Смотри. Ой, это мой любимый.
Жардан Дюмон – это флоридский грейпфрут. Я говорила вам, что я апельсин и грейпфрут, вот этот флоридский, это мои самые-самые любимые два геля для душа в Ифраше. Спасибо. А, я понял. Викуля это запомнила. Анечка, значит, тренерчик из Питера с котиком для меня, да, был? Да. Ура! А может, и для меня. Ну, на самом деле, для Максимки, потому что он любит кошек, и Вика об этом знала. И я люблю ставки. А это лаванда. Это вечерний. Понюхай. Понюхай. Нет, не дам понюхать. Вынюхай, и мне ничего не останется. Ты понюхай сначала ты. Так, и еще один гель для... Апельсина. Апельсин. Вика. Понюхай. Флоридский апельсин. Можно вынюхать апельсинчик? Ты какая умничка. И грейпфрут, и апельсин. Можно понюхать? Ну, на, понюхай. Спасибо. Какая я добрая. Ой, так при... Понюхай. Это мыло. Понюхай. Ой, вообще, я прямо фантой. Пахнет прямо фантой и слюни градом. Да, Паша. Прямо глотаю. А, или палки. Вы посмотрите, сколько у меня в коллекции теперь мыло. Так, куда мне поставить, чтобы было видно? Некуда. Сейчас уже и нас-то видно не будет. Нет, тут упадет. Вот так поставлю. Так, мыло. Это от Avon новинка. Я даже нюхать никому не давала. Мамочка, теперь можно? У меня тоже есть. Вау! Мы как... Свечи. Мы как раз их хотели. Как? Дыня, да? Это, по-моему, аромат дыни. Ты предугадала. Манго. С ароматом манго. Вот такие свечи. Мыло косметическое от чистой линии. Ой, мыло это вообще все мое. Никому не дам, спрячу. Фанта? Фа. Фанта. С антибактериальным эффектом. Грейпфрут и молочные протеины. Фанта с антибактериальным эффектом? Фа, фа. Никакая это не фанта, это фа. Нету тут ты. Ну, пахнет, да. Немножко грейпфрутом, наверное, протеинами этими молочными. Ну, вкусно. Можно, пожалуйста? Котята. Ой, твой палю, мыло убегает. Не пущу. На 2017 год. Это Максимка к себе положит, повесит над столом котятки. Там 16-й год заканчивается, у него календарь заканчивается. У него Танюшка из Тюмени, по-моему. Да? Наверное. Кто тебе прислал? А нам, по-моему, Вика... Не или Танюшка. Я уже не помню, кто нам прошлый присылал. Вика, наверное, ты и присылала. Вообще забыли. Висит у него на столе, и теперь у него будут такие вот кисоньки. На шкафчике. Да. Ну и... Ой. Коробка наша пустая. Вот такая огромная. Она даже в кадр, если влезет, то мы вывалимся из нее. И вот такое вот еще огромное количество мыла. Даже я туда влезу. Ой, я вам сейчас покажу. Не уходите. Мыло это так интересно. Это папе, наверное. Мужское. Папе дам понюхать. Да. Можно мне, пожалуйста? Это мне. Да. Спайдермен. Смотрите, одна. Ты же обо мне подумала. Даша, до этого не... До этого она о тебе не думала. Очень много всего. Вау. Все такое классное. Сейчас я вам покажу еще два. Вот а вот оно такое круглое. Давай. Подожди, я говорю. От бархатных ручек два мыла. Они знаете какие? Они сзади в пупырочку. Оба в пупырочку. Так, положи, пожалуйста. Стоп. Так, вот это вот корица и мандарин, а это нежность розы. Роза жасмин. А тут что-то нарисовано. Два мыла. На этом мыле что-то нарисовано. Ты пощупай его. На нем какие-то вибрации. Так углубленные. Да, там буковки. Так, не упадет у меня тут. Стол-то выдержит. А то сейчас к соседям улетим. Вместо столом. Это камей мыльце. Так, много вообще. Палмолив. Вот такое мыло. Еще один камей. Ой, такие они все интересные.
Ой, вот это вот вкусно пахнет. Алые розы. Так вкусно. Столько всего. Это вообще ощущение. Розы и молочко. Смотрите, они разные. Вот это розы и молочко. А это цветок вишни. Мне так понравился Максик с пальчик. Да, вообще. Видно мальчика-то нашего? Видно. Да, видно. Так, эти два мы уже их распробовали. Это Джонсонс Бэби. Очень классное мыло у них. Том Джонсон. Мыла. Как правильно-то? Вообще так всего много. Ну и последнее от Palmolive, смягчающее, это малина. Может быть, вынюхал. Все вынюхал. Вот такая малина. Вот, мы все завалены нашими подарками. Я не знаю, видно нас. О, Макс, молодец, встал. Да чего уже не видно, там завалило. Вот так всего много. Это все приехало чуть-чуть из Рыбинска от нашей Викуленьки. И чуть-чуть из Питера. Ну да, из Питера. 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 От Питера. Пети. От Пети. Питер. Спасибо тебе, Викуля, огромное. Сейчас это все разложу, еще в себя приду, все это перенюхаю. И мы спокойно доснимем вам, покажем, что у нас тут сладости. Ну и, конечно, ластики поближе, потому что тут очень интересно. И что было в коробочке. Мы покажем, что не дооткрыли. Ну, может быть. А то я хочу показать, что выпадет. Всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч и всем пока. Всем пока. Иди выключай. Ладно, вообще. Как пройти? Это, смотрите, какое чудо. Разложили мы с Максимкой все на столе, чтобы вам поближе показать. Вот такой вот чудо-мальчик. Максик с пальчик, его зовут. Мальчик, Максик с пальчик. Вот столько получилось у нас разных дневников и блокнотов. Но до чего же вот это вот чудо? Покажи. Ну уж давай я не тебе сначала покажу. Максимке тоже интересно. Он поближе. Очень интересные блокноты, конечно. Тут конфеты у нас. Вот это средство для Максимки. Там вот я говорила набор. Давайте поближе котика привет из Питера покажу. Вот такие средства. Вспомнила я, Танюшка Рыжулька присылала нам 2016 год. Она живет в Тюмени. Вот. И он висит у нас до сих пор, календарь, ну как до сих пор, до декабря будет висеть. Чай, соль для ванны с пеной, вот эта фреска. Такие вот средства. Очень понравился, давайте поближе покажу вот этот набор подставочек. Очень красивый, вот он настолько классно выполнен. Я себе, наверное, уже выбрал. Максимка себе выбрал. Ну и какой ты выбрал? Вот этот. Вот этих вот кисок он выбрал. Возможно. Возможно. Мне понравился. Ну, будем меняться. Угу. Так, дальше. Мыло. Вот столько мыла в мою коллекцию. Вот так много. Это пазлы. Это магниты. И вот стёпи. Вот это классное средство. Буду с огромным-огромным удовольствием пользоваться. И потом вам обязательно расскажу, как мне оно понравилось. Так, тут поближе покажу. Вот два бальзамчика, свечи. Ну и то, что мы начали открывать, я решила, что мы вместе с вами досмотрим. Набор эластиков. Вот такой набор. Единственное, Максимка не очень любит оружие, поэтому он так это... Мама говорит, тут пистолет. Вот такие вот интересные ластики. Прям в форме, знаете, в руку удобно брать. А, ну, таких антистрессок. Ага, интересные. Вот такие машинки гоночные. Красные. Одна красная, одна черненькая. Сначала не поняли, говорим, это не ластик, какой-то танк интересный, пластиковый. Но это оказалось... Точилка. Точилка, да. Танк-точилка. Классно. Ну и давайте я вам покажу, что же тут еще осталось у нас. Вот такой зеленый грибочек. Это что, Максим? Машинка такая. Вот такая машинка милая.
Так, дальше. Ой, прошлый раз так много нам Викуля прислала, и сейчас. А, смотри, глазик, глазик и улыбочка. Да, это вот клубничка. Клубничка такая. Живая. О, это крокодильчик, смотри. Вот такой вот крокодильчик симпатичный. Дальше. Апельсинчик. Ух ты, прям долька апельсиновая. Класс. Супер. Машинка. Вот такая машинка. Дальше. О. Обезьянка. Или, ну, как Тимон там. Тимон такой. Вот такой милый панда. Ой, такое все классное. Слоник. Слоник голубенький. Так. Вот такая вот. Такие вот отрывки из мультиков. Да, наборчиком. Маленькие такие, они крошечные, классные. Посмотри, я уже на ощупь не вижу. Вау, рыбки, они такие классные, рыбки. Такие 3D-шные. Ага. Выйдут в коллекцию 3D. Так, Максим, помогай мне доставать, я уже на ощупь-то не вижу. Стоп, это кажется, вот это вот киви, а вот это вот маракуйя, кажется. Да, ну, да, такое, да. Кажется, это слив. Ну, это как? Вот набор получается, ну, да, смотрите. Ага. Ну, кажется, покажи киви-то, он в кадр не попадает. Кажется, в Иерусалиме была такая вот, как, ну, ты помнишь, да, в Иерусалиме такая, я пробовала ее. Так, виноград двухсторонний. Стрекоза. Стрекоза такая милейшая. Ой, вообще все такое классное. Где хоть ты берешь их? Самолетик. Викуля, у тебя какой-то чудо-город. Смотрите, сколько ластиков. Я не могу ему помогать. Не чувствую, чего надо. Вау, а это что? Вообще не знаю. А, это карандаш. Вот такой вот. Посмотри, какое чудо. Прелесть. Пингу. Радуга. Какая радуга. Ой, какая красавица. Карандаш многоцветный. Вот такой вот. Максим, не вышибай. Вот такой карандаш разноцветный. Вот такой вот он. И продолжение той серии ягод. И вот такой арбузик. Вот такая куча огромная получилась. Вот только посмотрите. Викуль, спасибище огромное. Это ж надо. Вон Макс какой радостный. Ну и сейчас я вот так немножко соберу мыло. И мы покажем сладости, которые нам прислали. Сейчас, Викуля, мы покажем все, что ты сладкоежке нашему прислала. Писать, что у Макса надо отнять сладости, мне не надо. Потому что сладости он ест строго отведенное время и по чуть-чуть. Давай, Максим, выкладывай сладости. Вот такие вот две конфетки. Там или жвачки, или жевательные конфетки. Да, вот такие в форме бутылочек с газировкой. Это Миринда, это Лёбс, кажется. Типа, да, вот такое. Дальше жевательные конфетки. Такие классные. Ну, давай побыстрее. Жевательные конфетки. Вот такие вот жевательные конфеты. Жевательная резинка. Рисуй по-своему. Вот такая вот вкусняшка. Разные жвачки. Тоже жевательный мармелад это. Тоже жевательный мармелад. Такие вот. Меллер. У, Меллер, это вкусно. Да. Вот такая вот красота. Орбит. Детский орбит. Орбит Kids. И вот такая вот наборчик печенек, наверное. И вот такой набор. Мини чего-то. А, понял, это же... А, я смотрел, Пятерочки. Это как эти, круассаны. Мини... Вот. Вот, видишь, мальчик с круассаном. Кажется, у нас Пятерочки такие есть. Ну, в общем, сейчас будем дегустировать. У меня одной рукой неудобно. Вот так, что, да, это я буду дегустировать, а тебе расскажу. Согласен? Да. Ой, это... Ну, мне, дашь попробовать? Вот такая громадная посылка к нам сегодня приехала. Вы только посмотрите. Викуля, спасибо тебе за это чуть-чуть. Мы дико рады на самом деле. В восторге. Он, да. Макс что-то там все хочет сказать. Я тоже хотела, я в восторге. Тут столько всего. Не, ну вы только посмотрите, как этот мальчишка похож на моего мальчишку. Ну-ка голову сюда. Смотрите, они одинаковые. Правда? Правда, похожи. Вот такие два Максика. Сегодня подождите, с ним спать ляжет.
Ну, понравилось, на самом деле понравилось. Он мне как-то просил: мама, ну сшей мне куклу мальчика. Теперь у меня спасибо за куколку. Да, так что, Викуля, твоей маме огромнейшее спасибо. Прямо дай ей послушать нашу благодарность. Да. Теперь у меня будет братик мини. Вот такой мини-братик. Наконец-то он нас братика выпросил. Ну что, всем спасибо за внимание. У Викули нету канала, она подписана на меня, то есть она зарегистрированный пользователь. Ее можно найти в комментариях, потому что она пишет комментарии регулярно. Ну, со всеми мы прощаемся, да? Радости нет предела. У нас еще одна посылка на сегодня. Но об этом уже пойдет в другом части. А сейчас всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Всем пока!